Не знаю. Просто красиво. Может, заблудились, может, что? Красиво. Можно заблудиться вообще. А что тут, все? Мы здесь были, только с другой стороны. Мы же были, что нас туда сюда направили. Все, все крутится туда-сюда. Так пошли, где выход-то? Да. Где выход? Мы там были. Выход туда. Ох ты, красавчики! Привет! Посмотрите, какой павлинище! Еще и две. Две самочки и один самец. Давай. Перышки какие! Перышки, красота! Кушать сейчас будем, что ли? Пеликана хотят подать. А это что-то крутое? Наверное. Да, ну пойдемте смотреть. Самое главное. Ну да. Вот нам почему сказали, идите туда. Вот, нас туда отправили, а мы такие сидим и думаем, а что мы туда пошли. Так, идем, да? Сейчас будут как-то вкусно и красиво кормить пеликанов, я так понимаю. Да, посмотрим. Нет, есть, подождите, скоро будет покормить пеликанов. Это и есть шоу, да? Нет, чего там будет? 10:30. Ага. А здесь кто-то посмотреть, как они покормит. Как красиво кушают, что ли? Да, да. Они красиво кушают. Ну все понятно. Будем ждать. Ой, какой. Все собрались на обед, все. Выползли. Красавчики. Да, красавчики. Наверное, рыба их кормят. Чем еще? Да. Ой, интересно, сколько надо еды, чтобы такой парк содержать? Тут, наверное, надо огромное количество этих бочек всяких и всего. И всегда их надо следить, чтобы свежее было. Ведь каждая особь такая ценная. Такие они тут красавчики все. Видно же, что они ухоженные, что смотрят за ними. Видно. Я для своих консультантов снимаю, и я вас так попью. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, я не... Пожалуйста, не надо. Меня снимать. Смотри, он уже, он пришел уже. Ботинок, что ли, мой пожил. Я сегодня вся потная и некрасивая. Да. Ого, полегче будет, молодец. Хороший кадр. Смотри. Привет. Ты сейчас ко мне прям пришел? Миску не подноси. Почему? Вот, смотри, он уже готов. О, он готов, он еду ждет. Ух ты, какая у него там складская полочка. А вы его фотографируете. Прям амбар целый. Смотрите, как готовит рот. Ой, прошу прощения. Ой! Типа закидывайте, алло. Правда, я жирная, но не знаю. Телефоны закидывайте. Закидывайте свои телефоны. Капец, он хочет... Подожди, Ксан, дай-ка я. Он может проглотить большую штуку.